Никогда не любила четные числа. Твой-то каждый день. Да я устала. Расстаться хочу. Ты что? Кто потом тебя возьмет? У него квартира в центре. Его мама. Мама не вечна. Ну ты ж себе где-то находишь. Возьмут. Ты знаешь, так-то сложно. Мужика найти сложно. А, поэтому ты с этим, который два раза. А что делать? Только тебе повезло с мужиком, что его не только на тебя хватает, да? Стоит задуматься, вдруг ты фригидная. Лена! Ну это так, просто к слову. Ну это просто с ума схожу, у меня это либидо завышенное, а мужик меня просто не понимает. Ну, давай своего одолжу. Давай. Окей. Маша набирает телефон. Коля, бери такси и приезжай быстрее. Да, я тут у Ленки. Да, ей помочь надо. Ага, есть. Шампанское есть. Шлифанешь, ничего с тобой не случится. Кладет трубку. Ага, ты что, серьезно сейчас? Я самый серьезный человек на земле, чтоб ты знал. Очень быстро, буквально через несколько минут, залетает Коля. Быстро ты. Да этот рядом был просто. Садись. Шампунь будешь сладить? Во-во-во. Побольше. Коля, тут дело такое, у Лены либидо тут. У тебя как-то тоже. Ну я подумала, подруге помогать надо, у нее мужик стрёмный какой-то, она мучается. Согласен? Чё? Переспать с ней, согласен? Чё? Трахни ее, Коля. Лена, у тебя есть что поесть, а то я голодная что-то. Маш, может не надо? Он тебе нравится. Она тебе нравится. Ну все, вперед! Маша заглядывает в холодильник, достает оттуда кастрюлю борща, находит себе говорешку и тарелку, гремит посудой, ставит тарелку в микроволновку, микроволновка будет. И че встали? Давайте, быстрее сядь и быстрее выйдем! Маша заталкивает их в комнату, пищит микроволновка. Маша достает суп, кладет побольше мазика, ведь с мазиком всегда все вкуснее. Из соседней комнаты слышны стоны и скрип кровати.